Андрей Гульцев, уважаемые наши телезрители, в программе «Синие страницы. Новые времена». Прямо-таки так, с юго-запада Франции, из города-героя Биарриц. Андрей, еще раз приветствую. Я просто тебя перебью, чтобы далеко сейчас не заехать, не уйти с темы. А в свое время, если я не ошибаюсь, это то ли 90-й, то ли 89-й год, с Шираком, тогда мэром Парижа, познакомил Собчака. Как ты думаешь, кто? Да? Я организовывал первый визит Собчака в Париж. Это были вот в эти годы, я точно уже не помню. Притом я находился тогда в Париже, а со стороны, ну, как депутат Ленинградского городского совета народных депутатов, а со стороны мэрии, не мэрии тогда, а Ленсовета, уже в Петербурге, это организовывал помощник Собчака по международной деятельности Владимир Владимирович Путин. И вот мы организовывали этот визит, и когда Собчак приехал в Париж, была встреча в мэрии там с Шираком, с Лангом, министром культуры, естественно, в Юманите, в ЮНЕСКО там, и так далее, так далее. Набор был джентльменский, но это послужило тогда вот такому большому-большому сближению. Я тоже сейчас это вспоминаю с большой радостью. Видишь, как эти корни парижские переплетаются, захватывают и объединяют. Да, да, да. У тебя были с ним доверительные разговоры? Да, конечно, конечно. А вот о чем он думал тогда? Вот он предполагал, что в 99-м году, это ведь тоже сейчас связка будет, понимаешь, в 99-м году он 12 сентября, если я не ошибаюсь, или 13-го, вернулся в Санкт-Петербург тогда, и 13-го вышла первая программа «Синие страницы», «Ночной разговор», где он в течение 2 часов в прямом эфире отвечал на мои вопросы. И это тогда было его первое появление на телевидении, столь большое и обширное, после, собственно, вот этой вынужденной эмиграции. Ну, вот как бы, то есть, и я говорю, ну, так что делаем-то? Все, возвращаемся. Он говорит, нет, сейчас президентские выборы, и говорит... Володя назначил меня, в принципе, как бы, то есть это еще не официально, но начальником штаба по северо-западному региону, и я улетаю в Калининград. Значит, сейчас в Москву, потом в Калининград, я говорю, мне с вами лететь? Он говорит, ну нет, как бы, приедешь, потом в аэропорт встретишь, может быть, по старой памяти я как бы заодно, можно сказать, был его водителем, иногда частенько и в Питере подвозил. Ну вот, говорит, заодно, может, за Людмилой заедешь и это самое, и заберешь меня из аэропорта. Ну и все, и в результате он в Калининграде умер, и оттуда только уже как бы только гроб привезли. Вот, а я, посмотрев на все это, и то есть я какое-то время еще оставался в России, но пока был Собчак, которого я к тому времени знал уже хорошо, и который мне нравился как политика, то есть я вроде еще, может быть, как-то видел мое будущее остаться в России, хотя совершенно непонятно в каком качестве. Вот. Но когда он умер, и когда я послушал первый указ президента после выборов «Семью не трогать», то есть вот тут я понял, что нужно в очередной раз собирать чемодан и уезжать. Вот такое было мое 9-месячное пребывание, второе в России, когда, ну, то есть понадобилось, как для рождения ребенка, ровно 9 месяцев, чтобы понять, что все-таки, видимо, моя жизнь не возвращаться в Россию, а так и оставаться во Франции.